смотрела на меня из-за домов, из-за деревьев, из-за толстых фур, такой красивый, красный и чужой, как будто он накрасился специально. А мигрень лучше секса и алкоголя, лучше шопинга, твою мать. Поездки за город на природу — это 5 часов ты плюешь от боли с передышкой на перевес, перестать дрожать, лечь лицом в разную воду. Лопаются линзы в глазах, струны под облом, а затем отпускают тебя на волю, и вот тут узнаешь ты истинную свободу. Действие издается только в 12 том, и твой Сатурн, отдав цепочку и телефон, выполняет транзит воззнания в 12 том. Садыков повторно приглашает меня прокатиться на острие его пера. Я отвечаю с достоинством, что вообще-то писать он не умеет ни хера, и тем не менее рассказываю, как все было, назло его пор, не видя на нем мундира. Любя его, как двоюродного братишку, как всех говорящих с акцентом татарских мальчиков мира. Черт с ним, с мироустройством, все это бессилие и гнилье. Расскажи мне о том, как красивые и немые приезжают на юг, снимают себе жилье, как старухи передают ему миски с фруктами для нее, и какое таксисты бессовестное жилье, и как тетка снимает у них во дворе с веревки свое негнущееся белье.